Тестовое движение по Фрунзенскому мосту планируют открыть в сентябре 2019 года, а в декабре ввести объект в эксплуатацию. Строительство мостового перехода через реку Самара ведется опережающими темпами. В скором времени полотно пустят на опоры, а пролеты забетонируют. Ускоряют процессы дополнительные средства из федерального бюджета на строительство. В 2018 году выделили еще 1 миллиард 200 миллионов рублей. По словам подрядчика, с учетом недофинансирования прошлых лет, такое решение было принципиально важным. Дмитрий Азаров провел на объекте выездное совещание, обсуждались ряд важных вопросов, связанных с инфраструктурой новой магистрали. Строительство дорог и развязок, прокладка сетей ливневки, урегулирование будущих автомобильных потоков. Кроме того, руководитель области поручил проработать несколько возможных вариантов расположения трамвайных путей и организацию движения общественного транспорта, чтобы свести к минимуму вероятность заторов. В следующем месяце по этому вопросу состоится отдельное совещание.